В аэропорту Домодедово этим утром вспыхнул пожар. Терминал заволокло густым дымом. Началась эвакуация пассажиров и персонала. Из здания вывели около 3000 человек. Есть информация о том, что были задержаны как минимум полтора десятка внутренних и международных рейсов. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание на цокольном этаже. Здание уже проветрили от дыма и пустили в него людей. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.